Всім великий привіт, шановне панство, дорога родина, добрий ранок. Я можу це сьогодні сказати, бо нарешті настав той день, неділя, коли можна трошечки, хоча б трошечки видихнути. Я дуже цьому задоволена. Зараз збираюсь по справам, як завжди, і хочу вас взяти з собою. Я не знаю, наскільки це відео сьогодні буде інформативним, тому я одразу це попереджаю, про це кажу вам, але я думаю, буде щось цікавеньке. Ось так, мені захотілося сьогодні почати відео. Сьогодні, на жаль, небо було не таке гарне і красиве, тому можете просто насолоджуватися мною, якщо так можна сказати. Що я хотіла сказати? Завжди багато-багато думок, але висловити їх бувають, виникають певні труднощі, тому що їх дуже багато і треба їх в одну купку скомпонувати, так сказати. Я хочу привітати вже, звичайно, цей день пройшов, але вчора я влог не знімала. Нашу любу країну, мою любу Україну, я дуже щаслива, тому що саме я народилась тут, саме я українка, і це велика гордість завжди була і зараз тим паче. Так, в нас є певні труднощі, певні моменти, які нам потрібно пройти, пережити, поборотися за свою незалежність, за свою свободу. Тому я хочу привітати всіх з Днем Незалежності, пройшовши вже день, але тим не менш. З Днем прапора нашого державного жовто-блакитного, дуже-дуже красивого, який, як сказати, є зараз великою гордістю, більше, ніж навіть було там колись. Тобто ми до чогось прийшли тільки зараз. І це дуже класно, що ми з певним часом, аналізуючи певні події, можемо змінювати свою думку, змінювати своє якесь мировоззріння, скажімо так, да? Трошки суржику. Ось, тому я всіх вітаю. Я хочу сказати велике дякую нашим захисникам і захисницям, які нас захищають, які допомагають нам здобувати нашу свободу, нашу незалежність. І я думаю, що зараз настав саме той час, коли українське сонце зійшло. А вообще, друзья, если честно, я очень удивляюсь своему такому хорошему, такому гарному настрою. Фу, це листочок, если когось. Настрою зранку, блин. У нас третий день, нету третьи сутки вообще абсолютно нету воды. Когда раньше ее там ночью включали, и можно было хотя бы там, да, сполоснуться, помыть голову, помыть посуду. А сейчас вообще воды нету третьи сутки. И при том не говорят причину. Раньше, то есть, можно было там заявку, но я заявки оставляла. Ну, хотя бы какую-то причину, там, ремонт, туда-сюда. А это ничего не говорят. То есть, с пятницы нету воды. Пошли третьи сутки. Но зато я теперь знаю, что для того, чтобы помыть голову или хотя бы сполоснуться как-то, да, в принципе, достаточно около 6-7 литров воды. Зачем мне эти знания, зачем мне это умение, я не знаю. Но учитывая наши современные реалии, да, то есть как бы, ну, все равно пригодится. А вообще я хочу сказать, что я как-то рассказывала уже на канале уже очень давно, что я пытаюсь постепенно менять свое мышление для того, чтобы, ну, немножко по-другому к жизни относиться, да. Например, если ты что-то не можешь изменить, то нет смысла там по этой причине сильно прям так нервничать. Да, иногда подбешивает, да, иногда попадает под настроение. Вот, но тем не менее, да, как бы. Такая вот болячка. Мне, кстати, писали в комментариях, что это со всеми каштанами. Уже, ну, многие листики попадали, считайте, уже чуть-чуть осталось, и уже будет осень. Тоже не вижу смысла налепить С одной столько стороны есть, с другой стороны аврор. есть. Какие букетики красивые. Цветочки. Надо сухоцветы себе выбирать якось. Видишь, тут по 30.
Мне чем магазин нравится, что сразу можно цену увидеть. Это очень удобно. Утром еще даже, утром даже тут мало людей, я так поняла. Это говорят только, что у меня какой-то район странный. Утром, тем более воскресенье, людей везде немного. Еще даже полдевятого нету. Только 8. Сколько мы сегодня не завтракали дома. Вчера на выезжали, позавтракаем тут. Типа снимаю для тех, кто давно не видел свой район. Это юбилейная квитка Кривбаса. Раньше тут красивее, конечно, было, но кому-то уже с утра очень даже весело. Это хорошо. А завтракать мы сегодня будем в кофе-арте. Классный дизайн поменялся в кофе-арте. Раньше такие коричневые стаканчики были, ну где-то год почти они были, я думаю. А сейчас такие интересные кремовые с таким уздоблением, если можно сказать. Это самый, по-моему, большой размер. Горячий шоколад. Я просто фанат. Я обожаю и летом, и осенью, и весной, и зимой. Ну, летом не сильно часто, но тем не менее. В кофе-арте, кстати, есть густой. Он очень вкусный и насыщенный. А это жидкий, ну, жидкий. Ну, правильно, жидкий. Я же все правильно сказала. С панини будет очень классно. И панини есть. Я знаю, что в Запорожье, когда-то Диана показывала, я смотрела ее видео, то там у них больше вариантов, там всяких и вкусняшек, и сладких, и не сладких. У нас здесь только два варианта панини есть, худог и все. Ну, чаще всего больше ничего в наличии такого нету. Уже прям очень стильные стаканчики. Ну, не только ты за стаканчики берешь, конечно, но все равно на них обращаешь внимание. Попросили нам с собой сделать. Они, по-моему, заворачивают, да, фольгу еще. Только я помню, салфеточек тут достаточно. О, горячая. Вот так тут выглядит панини. Держи. С курочкой, там, зеленью. Но мне не хватает сюда, я в прошлый раз, по-моему, тебе говорила, помидорки, да, какую-то, да. Чтобы она или более, да, более сочная. Потому что здесь соус, курица и зелень. Но сама булочка очень вкусная. 595. Это прикольная тоже. Тельница, конечно, для очень смелых. Обычные спортивные штаны для бегать даже. Вот вообще 290, смотри. Да? Это что-то тонкое. Есть черные. Есть зеленые даже. А черная такая же цена? Да, наверное. Думаешь, можешь что-то такое взять, чтобы, ну... Мне все не нравится, что на резине. Ну, когда с Микки утром гулять, нет, в чем-то. Это понятно. Что? 710. Они, они таких, ну да, 750, они такие добротные. Хорошие. Ну, все тут эти теплые, что они популярны, всегда вот эти клетчатые. Бодики тоже есть. Кстати, бодики по 290 гривен. А приятная такая. Ткань. Это же другая материала. Ну да. Тоже приятная. Угу. Да. Ну типа, знаешь, как под джинсы можно. Вот это классно. Такая теплая. Они, по-моему, по 595. Ну что, наверх накинул. Ну да. И уже тепло. Кучу кроссовок завезли. Такого плана прикольные. Мне надо какие-то, короче, еще обувь, но я не думаю, что кроссовки. Очки женские все тоже по 435. Кому надо, надо себе что-то подобрать. Тоже по 350. И мужская обувь недорогая. 575 650. Наконец-то дома, но дома не особо радует, потому что нет воды. Это такой дискомфорт. Нормально руки не помоешь, что-то там не приготовишь. И
Это меня немножко, я уже говорила, что стараюсь как-то не акцентировать, да, на этом моменте, хотя уже говорю второй или третий раз за видео за это. Но просто я не знаю, что готовить, так чтобы сильно не испачкать посуду и так, чтобы нормально что-то приготовить. То есть я пока в голове себе это не представляю, если у кого-то есть варианты, что можно приготовить тогда, когда есть проблемы с водой, то буду рада почитать в комментариях. Забыла опять вам торец магазина показать. Вот этот обувь, там обувь, одежда находится прямо на соцгороде. В ту сторону, когда ехать в сторону Югока. То есть не в сторону 95-го, а в противоположную сторону. Там рядом, по-моему, МИДа, запорожская фабрика. Рядом с ним вот этот вот магазин. Там достаточно бюджетные разные модели. Мы купили маме босоножки. Потому что у нее сегодня как раз порвались, я ей говорю, давай я тебе уже подарю босоножки носить. Я в этом году их уже носить не буду, буду носить в следующем. Ну, мамы такие мамы. Вот. А мое приобретение я тоже хотела вам показать. Это я еще вчера покупала. Вот такая вот картина. Она небольшая, маленькая, конечно, по сравнению с предыдущими. Такой маленький антистресс мне будет, потому что, ну, в принципе, я еще предыдущую с цветами не дорисовала. Вот, но если сейчас опять начнут выключать свет, появится больше свободного времени, значит, будет больше времени для творчества, для спортивной нагрузки, потому что я себе уже приготовила, там несколько видео посохраняла, думала себе штаны купить новые, но как-то пока не купила, именно, знаете, чтобы на спорте такое быть, можно было или утром как-то заниматься, или в течение дня, когда будет свободное время. Ну, то есть как-то научиться еще больше организовывать и распределять время. Я знаю, есть всякие планеры, есть всякие методы распределения. Мне даже, по-моему, кто-то скидывал. Вот. Но на мне, короче, это не работает. Мне надо вырабатывать собственную систему для того, чтобы достигнуть желаемого результата. И фиг меня кто остановит. Что хотела сказать? Я бы была не я, если бы я не ответила каким-то образом на комментарии, не совсем цепляющие меня, это не будет неправильно звучать, удивляющие, наверное, меня. По поводу работы. Я эту тему, наверное, немножечко прикрою, хотя, ну, такое, ладно. Каждый имеет свое мнение, я не хочу спорить. Я не хочу спорить, внедряться в эти конфликты, начинать там что-то нервничать, с кем-то переговариваться. Каждый человек судит по своему опыту, по своим каким-то знаниям, по своим якимсь приоритетам и так далі, і тому подібне. У мене є моє життя, за яке я несу повну відповідальність, тому хвилюватися за мене точно не потрібно. Ой, автоматичний перехід на українську вже. Виходить, тому що я зараз більше справді спілкуюсь українською, тому більш вільно почала її володіти. Вот, поэтому дівчоночки, мальчишечки, і також їх родителі, я вважаю, що переживати за мене в принципі не стоїть, тому що, опять же, це моя життя, я вже много-много лет опираюсь исключительно на себя. Да, сложно, бывает моментами, не спорю, как бы, да, но это такое. Этот момент мы прошли. Второй момент. Мне просто интересно, с какого это... Я даже не знаю, как это слово подобрать. Криворізький педагогічний університет стал коледжем. Вот просто у меня вопрос. Откуда взялась эта информация? Почему так она... Там несколько человек написалось. Если бы написал один человек, я бы, знаете... Ну, я там ответила тоже в комментариях. Поэтому, ну, все, что я могу прокомментировать по этому поводу, вот таким вопросом. Когда я училась, по-моему, это еще был институт. Но колледжем это никогда не было. Сейчас это Криворізький педагогічний університет. У меня освіта, бакалаврат, да, вчителя географії. Тому що є люди, які ще досі не знають, там перепитують, цікавляться. Хтось насміхається, хтось там щось, якісь випади. Ну це вже не моя справа, це справа тої людини, яка пише той чи інший коментар. Мене це не стосується. Тому в мене єдине питання, з якого це Криворізький педагогічний університет став коледжем. Це по-перше. По-друге, певна каста людей, я бачу, як зараз перегляди збільшились, і ці люди знову з'явилися, які вважають мене тупою, які вважають, що їхня думка щось вартує.
для мене, напевно, так, які вважають мене ледащою і так далі, і тому подібне. Ну, типу, зі мною щось не так виходить. Ну, за себе я можу сказати, що тупою, чи дурною, чи ще багато епітетів можна підібрати, я себе не вважаю. Я, звичайно, не сама розумна на світі, я всього не знаю, але і дурною, тупою і тому подібне я себе не вважаю. Стосовно ледащої, це також спірне питання. Людина, яка працює 12 годин і більше на добу, яка працює майже без вихідних, я вважаю, що я не можу бути в цьому плані ледащою. Ще там момент, що це не, в мене не робота, а підробіток, ну, вибачте. Якщо цей підробіток приносить мені дохід більший, ніж мені платили би, наприклад, якщо я працювала б десь, не знаю, десь або в магазині, або, або по професії своїй працювала, то ну, це, по-моєму, класний підробіток, як на мене. Тому подивіться, моя порада. Ви мені радите, я вважаю, що я також маю право щось сказати, щось там порадити, не порадити. Ну, це якось виглядає дуже некрасиво. Типа, ви вважаєте мене нижчою у якоїсь касту, вважаєте ледащою, і при цьому ви дивитесь мене, а не я дивлюсь вас. А стосовно ще такий останній момент, який би я прокоментувала з останніх, скажімо так, коментарів. Проще знімати, щось таке там було написано, проще знімати. Снімати всякую всячину, чим типа пойти работать. Ну, возможно, кому-то и проще. Хотя я считаю, что этот комментарий был написан на русском, поэтому отвечаю на русском. Я считаю, что простой работы, простого ничего в этом нет. Да, ну, как бы, ничего не бывает просто, ничего не дается просто. Вот. Опять же, если говорить обо мне, вчерашнее видео, суток нет, там, по-моему, уже 10 тысяч просмотров. Ну, это просто, ну, тогда, пожалуйста, кто ж кому не дает брать в руки камеру и снимать видеоролики. Если это колкий намек в мою сторону, что я, типа, только снимаю, и я все еще нигде не работаю, ну, это тогда очень интересно, если люди думают, что можно прожить на 15-20 долларов заработка с Ютуба в месяц, это, конечно, вот... Тоді я вообще супержінка, тоді вообще ко мне какие могут быть претензии. Ну, такое, короче, ребят. Все, что я хотела сказать, я сказала за сегодня. По поводу панини еще скажу. Очень вкусный был, поэтому у кого где-то есть точка кофе-арт, я рекомендую попробовать. Это очень вкусно. Горячий шоколад я тоже у них очень-очень давно беру. И у них действительно очень такой насыщенный, несравнимо с другими точками, где я его пробовала. Я уже пробовала много где. Вот. Ну, вроде как все сказала, все, что хотела. Вот. Готовимся к... некоему режиму, я уже морально настраиваю. А, спрашивали еще мой вес. Сегодня утром был 78 с копейками. Какие копейки, я не помню, там то ли 200, то ли 300. Это мой вес на данный момент. Но я еще буду взвешиваться, когда я начну питаться снова по полностью по той системе, которой я питалась раньше, и по тем временным промежуткам я еще покажу это в видео. Поэтому, как кажется, далее будет. Спасибо всем за просмотр моего видео. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь. Подписок очень много новеньких пришло за это. Вам большое спасибо. Ну или старенькие вернулись, все может быть. Я очень рада видеть каждого, очень рада читать. Стараюсь всем отвечать. Вот сейчас как раз, пока буду заниматься домашними делами, зайду в ютубчик, полайкаю, постараюсь полайкать прям всех, всем ответить. Пока у меня есть такая возможность, у меня там до 100 комментариев, я успеваю это... полностью все отметить. Буду рада видеть вас в комментариях. Надолго не прощаюсь. Всем мирного неба над головой. Пока!